Как раз спецназ ВДВ. Белый тюльпан. Он шел на посадку мертвым, но он посадил машину. Он знал свое дело твердо, был настоящим мужчиной. Секунды не хватило жизни, он взял их тогда у смерти. И все же доделал дело, когда уже смолкало сердце. Он жил и летал красиво, он верил в добро и совесть. Шагал он по жизни смело, и даже в беде не горбясь, легко с ним под небесами, как спел бы сегодня Висбор. Он, как и Сережа Санин, сделал свой главный выбор. На горной тропе засада, ребята в беду попали, а жить им уже осталось на всех 2 часа едва ли. Послать подкрепление, если продолжишь погибших списки. Он сам бросил вызов смерти, избавив других от риска. Пилотом он был от Бога, совершил для спасенных чудо. Он в ад проложил дорогу и выбраться смог оттуда. Чертям даже стало тошно, замешкалась смерть с косою. Архангелы, я знаю точно, героя встречали стоя, и борт и пилот на вылет простреленные многократно. Белым тюльпаном плыли по черному небу обратно. Кончаются жизни ваши и вечности крепче буты. Давайте помянем павших и помолчим минуту. Кончаются жизни ваши и вечности крепче буты. Давайте помянем павших и помолчи минуту.